Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні поговоримо про те, як уникнути булінгу. 18 травня о 16 годині у терміналі 42 на вулиці Рішельєвській відбудеться лекція-семінар спортивного психолога Олександра Негатурого. З цього приводу сьогодні Олександр в нашій студії. Здравствуйте. Вітаємо. Дякуємо за те, що прийшли. Це дуже така важлива та пекельна тема. Почнемо з того, які види булінгу бувають та як себе морально та психологічно дитині та підлітку підготувати до того, як зіткнутися з цим процесом і як його уникнути? Булінг – це насилие над меньшинством большинства, скажем так. То есть один издевается, остальные смотрят, и тот, который сам как бы ищет поддержки, помощи, но помощи нету, потому что все заняты или просто смотрят и как бы боятся вмешаться, или снимают на видео, что еще хуже, выкладывают потом в соцсети. Мы с этим сталкиваемся сейчас очень часто, но я хочу сказать, что буллинг был всегда. И в мою бытность ребенка тоже. Но разница была в том, что просто не было тогда видео в руках телефонов мобильных и не снимали это все дело. Но как бы находилась жертва в классе или в школе, там, или в группе на потоке, и над ней, над этой жертвой регулярно там производились какие-то акции. Вот, с молчаливого согласия всех. Так вот, жертвой буллинга являются 4 жертвы на самом деле. Сам, кого бьют, тот, которого бьют, понятно, что он жертва. Тот, который бьет, это тоже жертва буллинга именно этого процесса, потому что он получает от этого наслаждение, от того, что издевается над другим, но рано или поздно и над ним тоже издеваться будут. И потом, хотите ли вы, чтобы ваш сын бил кого-то, присутствии других. Отже, ця лекція більше для батьків та для тренерів спортивних секцій. І дуже цікаво, як саме навчити дитину не бути жертвою, не бути жертвою булінгу, чи з одного боку, чи з іншого? Саме важливе – це бути до цього готовим і не допустити, щоб був булінг. Тому що якщо вже пройшов над вашим дитином ця акція, я пройшла, вже є спеціальні механізми, навіть вийшов. А закон в Украине, как с этим бороться, штрафы накладываются на родителей. Но от этого не станет легче жертве самой. Поэтому нам важно научить, как этого избежать. Ну, я это как раз и расскажу на лекциях и постоянно рассказываю свои. А если трошечки провідкрити эту завісу, как сам научиться? В каждом возрасте есть свои законы. То есть в 3 года нужно одному учить, в 6 лет другому, в 9 лет третьему и так далее. То есть каждый возраст имеет свои законы по воспитанию. К сожалению, педагогики в школе одни учат, и в институте тоже, но рожают все. Поэтому важно знать этот предмет, хоть какие основы. Если мы правильно воспитываем ребенка, правильно все годы от самого рождения до уже подросткового возраста, опасности буллинга как раз, он его избежит обязательно. Если мы делаем ошибки, то может быть он станет жертвой или же будет сам насильником, или будут его бить, или он будет где-то смотреть молча или снимать на видео. То есть вот 4 есть жертвы. Чи можливо, чи можна, чи варто взагалі бити дітей? Ну, якщо це, ну, ми не говоримо про жорсткі насилля, але про такі, як ми казали до ефіру, кнопки уваги. Тобто, щоб дитина включалася, щоб вона слухалася. Однозначно бити дітей і іздіватися над ними не можна. Тобто, показувати своє превосходство тим, що ти сильніший, що ти старший, і цим учить его то, что ты тоже вырастешь и тоже будешь других бить, это нельзя. Это и есть вот то самое, как бы, буллинг вот тот самый. Но есть разные методики. Вот, в частности, очень сложно в школе учителям ребенок, которого бьют дома, например, родителей. Как его правильно научить в классе, учить в присутствии других детей? Он других методов воспитание не знает, и он не воспринимает это просто слова. Это очень долгий процесс, научить его думать, мыслить и правильно воспринимать замечания, а не угрозы или побои. Ну, это важна уже роль преподавателя. Бить категорически нельзя детей, но бывают ситуации, ну, я их как раз открою на лекции,
а не то, что бить, а включить кнопку внимательности, я называю это. То есть, ну, это как вспышка света сбоку, это как лежачий полицейский по этой дороге, то есть он есть, а мы притормаживаем. А лучше ударить где-то, чтобы он не влез в розетку пальцем, включить туда батарейку на 5 вольт, чтобы его просто дернуло чуть-чуть, чтобы он понимал, что там ток, чем ждать, пока он все-таки всунет пальцы туда. То есть, вот а такое. Як саме вірно карати дітей? Ну, якщо вже стаються такі випадки, коли це потрібно? Первое, что надо понимать, что надо учить детей слову «нет». И есть форма запретов. Сейчас новые методики педагогики, преподавания о том, воспитания о том, что нельзя наказывать, нельзя запреты детям. Но без запретов, без наказаний невозможно. То есть мы можем только поощрять. Получается, что это как собака Павлова. Дали конфету, он ведет хорошо себя, не дали, он плохо. Но наказывать тоже надо. Есть разные методики, но тут очень важно через понимание самого ребенка, в зависимости от возраста, доводить до него справедливость наказания. Знаем... И неизбежность наказания в случае, если что-то либо там произойдет. Знаємо, що ви дуже часто практикуєте різні лекції з різних тем та приводів. Яка взагалі мета? Для чого це? Я говорив вже, що педагогіку і виховання не преподають ні в школах, і ні в інститутах. А це дуже важливий предмет. Тобто у мене дуже багато накопилось знань за мою практическую деятельность, очень много знаний, которые я получил, учась в институте и практикуя психологическую деятельность свою. Я хочу ими поделиться. Ко мне ведут маленьких деток, они занимаются у меня спортом, занятиями, физкультурой, и я вижу недочеты в воспитании, и одни и те же вопросы постоянно повторяются. Подскажите, пожалуйста, как делать так, 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 так. Поэтому я складываю эти все вопросы и так веду их в качестве лекций или семинаров, выкладываю их так. А все ж таки, яка основна цільова аудиторія? Хто найбільше цікує, кого цікує, ну, цікавлять ці теми? Интересует это в первую очередь родителей, причем разных возрастов, потому что детей разных, потому что я сказал, что в каждом возрасте есть свой закон воспитания, свои правила поведения, свои правила с ним коммуникации. В 3 года одно, в 6 лет другое, в 9 лет третье. То есть по-разному. Вот. И преподаватели. То есть им тоже очень полезно знать, как выходить из ситуации, как учить правильно, где взять терпение столько и как правильно им пользоваться для воспитания детей разного возраста. Вы також працюєте над власним блогом, в ньому більше сотні авторських публікацій. Про що вони? Ну, там несколько тем. Одна – это педагогика, это воспитание. Все мои статьи написаны на собственном опыте. То есть из собственного опыта взяты они из жизненных ситуаций, которых я встречал в своем, ну, в работе своей. Это первая тема – это педагогика. Вторая – это спортивная психология, взаимоотношения тренер-ученик-родитель. Очень важна эта тема взаимоотношения в спорте и как добиться спортивных результатов, необходимых этому спортсмену. То есть именно по спортивной психологии. Вот это две основные темы. А чи проводите вы индивидуальные консультации? Та с кем больше кого это больше стосується? Стосується, ну, как бы у меня темы, опять-таки, две мои профилирующие. Это спортивная психология, это спортсмены, которые могут добиться успеха, но почему-то его не добиваются. То есть какой-то тормоз стоит, который надо снять, которому надо показать. С разных видов спорта. Вот. И с карате, и с тенниса, и с плавания, и с троеборья. То есть разный вид спорта. То есть смысл спорта в одном – выиграть первое место, стать чемпионом, преодолеть себя, стать лучшим из лучших.
Вот, а ну, це, виді... це одна з таких основних цілей, але все ж таки є ще є діти, які приходять на секції для того, щоб оздоровитися, щоб стати... Ви дуже правильно все говорите. Якраз це і основна ціль спорту. То є там, чемпіонами становиться единицы, а задача спортивного тренера, спортивного педагога, это сделать так, чтобы все занимающиеся спортом у него дети получили положительные эмоции и положительный опыт в спорте, чтобы он потом пригодился в жизни, чтобы это умение достигать целей, умение преодолевать себя, чтобы что-то достичь, оно ему обязательно пригодится и в бизнесе, и в школе, и в институте, и это в личной жизни. А що можна сказати з власного досвіду, чи допомагають заняття в спортивних секціях саме стати дитині більш дисциплінованою та допомагають батькам виховувати дитину більше? В першу чергу, це самодисципліна і правильний розпорядок дня. У спортсмена, школьника, мало времени, чтобы уроки сделать. У него есть тренировка обязательно. То есть у него есть 2-3 максимум часа, чтобы сделать все уроки, и он укладывается в них. Если он вдруг не успеет их сделать, он их никогда не сделает. Поэтому он обязан их сделать именно в это время очень быстро и четко. И этому как раз и учат распорядок дня. Он чем-то должен быть занят. Это и не обязательно спорт. Это может быть хор, это могут быть танцы, это может быть творчество музыкальное, может быть, творчество изобразительное, он чем-то занят, и у него очень мало времени, чтобы сделать то, что ему необходимо сделать. Он успевает, укладывается. Это распорядок дня. Олександр Віталійович, окрім того, що ви спортивний психолог, ви також один з найвідоміших тренерів України з карате. І тому дуже цікаво, як саме єдиноборство, коли ти розумієш свою силу, допомагають уникати булінгу, допомагають не проявляти агресію у спілкуванні зі своїми друзями, у школі, з батьками також, під час прогулянок на вулиці. Ну, взагалі, як ви відчуваєте, наскільки єдиноборство допомагає стати більш миролюбивим? Я вам так скажу, спортсмен в большинстве случаев, если он будет присутствовать при этом насилии, он обязательно впишется в него, то есть он вступится за пострадавшего. Так у него есть силы и дух есть, чтобы вступиться, чтобы не дать обижать слабого в его присутствии. Это очень важно. Если хоть один уже будет вступаться, так пойдет весь класс потом за ним, за лидером. То есть спортсмены, как правило, лидеры в классах. Но все же таки вступаться не силой, а, возможно, словом где-то... Может быть и словом, может быть просто присутствием. Но, знаете, добро должно быть с кулаками. Это так, чтобы отстоять свою часть, свою территорию, свою жизнь, свою честь, свою женщину... дом свой, детей, необходимо уметь это защитить. В останній час було декілька дуже неприємних таких ситуацій з булінгом і у різних школах Одеської області, і у дитячих садках навіть. І тому дуже цікаво, як саме налагодити систему того, щоб було правильне покарання. Можливо, покарання не тільки батьків, а й самих підлітків, дітлахів. Які міри проти них можна використати? Я маю на увазі, можливо, це чи исправительные работы, скажем так. Ну, очень спорный момент, честно скажу. То есть для подростка наказывать его тем, что там, скажем, исправительными работами или чем-то еще, оно может только вызвать обозление и наоборот, очень, некоторые хотят попасть в эту струю наказанных, скажем так, жертв власти, жертв общество, я против всех, вот он этим и проявляется лидер. Может быть, он потому и отобьет этого несчастного, чтобы потом его наказали и чтобы он был в центре внимания, понимаете? Тут важно все-таки работать с родителями и с преподавателями. Но преподаватели, опять-таки, наказывать за буллинг в классе, ну и так у них одни наказания, требования, они должны, обязаны там заполнить дневник, заполнить журнал, вести уроки, нельзя бить, нельзя наказывать. 30 детей, у каждого свой папа, мама, с каждым со своим статусом
асоциальным, кто-то командует преподавателю, кто-то просит его, кто-то игнорирует, понимаете? И тут мы еще преподавателя наказывать будем. Он тобто должен знать. Лише спілкування, лише мотивація. Работа с родителями. Работа с родителями в первую очередь. Вот этот вот случай, который произошел в Харькове, вот авария, которая Зайцева сбила там людей, там, виноваты в этом не она, и не какие-то там патрульные, и не тот, кто там как бы рядом ехал, а родители этой Зайцевой. Они ее такой сделали. Вот их надо наказывать, но уже возраст какой, уже поздно, уже, скажем так, уже не вернуть жизни людей. Вот это вот яркий такой пример. Тобто все повинно бути вчасно. Вчасно. И виховання дітей, і... И этому я и учу в своих блогах, в своих лекциях, в своих семинарах, что всему свое время. Дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Ще раз усіх батьків, тренерів та також педагогів запрошуємо на лекцію, семінар, яка відбудеться 18 травня о 16 годині у терміналі 42. Тема «Як уникнути булінгу». Сьогодні гість нашої студії, спортивний психолог, відомий тренер з карате Олександр Негатуров. Дякуємо, Олександре Віталійовичу. Мене звуть Дмитро Богомолов. Залишайтеся з нами та живіть спортом.